That's what's up, песеры. В этой части бездонатной истории, посмотрев на свой состав, я чё-то как-то действительно взгрустнул. Но все же решил залететь на турнир к своим киберспортивным товарищам из группы ВКонтакте New Era, которые постоянно проводят всякие е-футбольные соревнования с действительно серьезными участниками. Так что если вы считаете себя таким же и хотите доказать, что вы круче всех двигаете пальцами по экрану, то ссылку на них я оставлю в закрепленном комментарии. Короче, это состав моего первого соперника, и, похоже, меня сейчас хорошенько-таки распетрушат. Давайте так, если я хотя бы один раз одержу победу, то у меня появится возможность прокачать одного игрока из своего состава, как будто бы я прошел целый дивизион. Потому что иначе тогда для чего вообще это все? Я держусь уже целых 3 минуты. Мне кажется, я точно заслужил за это ваш лайк, пацаны. Скидка, блять, хорошая получилась, а вот пас говна. Ну, ни хрена у меня пока не получается выйти из обороны в атаку. Ну, очевидно, соперник играет круто, плюс еще состав у него такой дичайший. Но все-таки вот... пропускаем, блять! Мне не страшно, я не сдамся, но при этом всем я также не смогу отдать какой-то нормальный пас. Хотя вот здесь перехват, блять, сука, ну куда ж я так спешу? Чё-то вот нервы присутствуют небольшие. Вот этот Бекхэм его меня вообще конкретно напрягает, потому что я постоянно жду, что он отдаст на него и вот сможет сделать вот такой вот потрясающий навес, только который закончится какой-то вот голевой атакой. Коннект, дерьмище, то еще. Воу, второй мы не пустили, за это спасибо большое Терштегену. Разница забитых и пропущенных мячей вроде как имеет значение, поэтому нам хотя бы вот, ну, в ноль выйти. То есть пропустить столько же, сколько и забить. Но пока что мы в минусе. Вижу слева, отлично открывается Сон Хён Мин, обыгрывает Кафу на изичах. Здесь уже выход один на один, аж... Чего, блядь? Это как? Почему... Сука! Где гандикап? Что, блядь, происходит? Еще один прекрасный шанс, но в этот раз я буду делать похуй на... Блядь! Сука! Протыкая этот мяч как-нибудь вперед, Неймар, отлично! Да что, сука, за хуйня-то с вашими прицелами, ребята, блядь! Ну, кстати, у моего соперника всего лишь 2 навеса. За это ему респект. Будь у меня Бекхэм в команде, я бы сделал навесов на 20 больше. Это просто какая-то, ну вот вообще неприятная залупа происходит. А вот, кстати, и пошли навесы. Это уже второй или третий подряд. Братан, блин, зря я тебя похвалил раньше времени. Не, ну вот это уже точно замечательный шанс. И давай-ка под... Блять, куда ты подаешь? Это пиздец какой-то. Ладно, на выезде мы пососали, но у нас впереди ответный матч в домашних стенах. Мы дома, а значит здесь уже другой настрой, и мы, несмотря на то, что бедные, готовы и должны показать, что мы сможем надрать эту богатую задницу, блять. Это просто мега ебейший пас, и здесь будет похуй на вешиваю, сука, вынимай, блять! Сон Хён Мин, ебейший игрок. И вот эта карта, она одна из самых лучших в нашем составе. Сейчас мы, конечно, сядем немножко в оборону и докажем, что прошлая катка, это была лишь, всего лишь какая-то ебаная случайность, сука. С уважением к Андреа Пирло, но пошел ты нахер. Так, Неймар хорош в отборе, блять, вот здесь вы сами друг другу мешаете, но мяч остается у нас, и вот здесь может получиться какой-нибудь... Ебаный офсайд, сука! Просто мега всратый геймплей, сука, ебучие отскоки, блять, хуёвый подкат, но здесь нас тащит Терштеген, машина тип! Лаутару пас отличный, в касание прошел, ничто не заглючило. Так, Сон Хён Мин, это уже выход один на один, и ёбаный, какой же хуёвый пас получился, это пиздец! Лёня, ты ювелир, просто шикарный пас на Лаутару, и вот здесь нужно делать 2-0. Да ёбаный рот, зачем я пытался опять это какое-то, блядь, сделать ошеломительное что-то, сука? Надо было просто взять и ударить! Домашние трибуны нам помогают, как же мы хороши, как же мы ебём, даже вот отскоки в нашу пользу! Сука, но удар говна получился, конечно.
Так, Сон Хён Мин, наш южнокорейский гений, наш отдает охуеть какой пас, блядь! 2-0, сука, вынимай, блядь! Я говорил, что прошлая катка это всего лишь, ну вот так вот получилось, бывает, блядь! Сейчас мы, сука, играем в полную силу, ебем так, как мы должны были ебать в прошлом матче, но нас тогда, сука, что-то вот угандошил ебаный геймплей. Хотя и сейчас он тоже ебаный, но нам похуй, потому что мы дома. Насрать вообще полностью, пас говно, но прессинг срабатывает, и Сон Хён Мин выходит один на один. Отличная подкрутка, и это снова голясо! Главное удержать эту кикофную, сука, тут какие-то подлаги, блять. Ну чё тут он вообще творит? Он, походу, отдал свой телефон кому-то другому, потому что в первом матче, мне казалось, он играет намного сильнее. Сейчас просто творит какую-то дичь. Летим забивать четвертый. Мы бедные, нам этих богатых не жалко, сука. Это был плохой похуй, навешиваю, но все равно. Мне нравится, что у нас все получается. А вот у соперника, видно, какие-то начались проблемы, нервы и так далее. Конечно же, он отдал за свой состав полпочки. А мы не вложили ни одной копейки. Дембеле дриблирует, Дембеле проходит и... Сука, да что за уебанский удар-то, блять? Ну здесь уже должно быть 4 или 5-0. А при этом все, мы продолжаем прощать соперника. Мне не нравится это. Эта команда должна быть безжалостной. А вместо этого, ну что ж, сука, тут такое она творит, а? Усман в этой катке вообще какой-то дикий тип. Так, отличный пас сюда, здесь можно перекинуть и... Здесь должно было быть уже 6-0. Ну, сука, чё с вами такое, блядь? Хули вы такие тряпки-то, ёбаный рот? А вот это уже как-то выглядит все слишком опасно и... Сука! Я же говорил, что вот эти всякие Бекхэмы и Шмейхели, они недостойны того, чтобы их жалеть и прощать. Это пиздец. Вот дайте им один шанс, они вас разъебут. Ура! Мы победили! Но могли, конечно, сделать счет намного крупнее. В общем, это все означает то, что мы прямо сейчас идем и прокачиваем какого-нибудь игрока полностью. Лаутаро Мартинес в последних катках проявляет себя очень даже достойно, поэтому, да, он заслужил то, чтобы стать, наконец-то, фулл прокачанным. Второй соперник выглядит менее грозным, но это не значит, что нужно расслабляться, потому что он играет за контроль мяча, а это всегда таит в себе какую-то опасность. В прошлый раз дома мы показали потрясающую игру, и сегодня всего лишь нужно будет это все просто повторить. Стараемся играть тоже вот в такую тики-таку, здесь отличное забегание от Сона, который просто не успевает к мячу. Обидно. Так, отскочил мяч ему, а здесь все прочитано. Так, Леня, блин, ну конечно, вот эти пасы какие-то с полоборота, это всегда говорит о том, что качество геймплея на очень низком уровне. Сон, сам, иди, давай. И вот здесь ничего не получилось. Это все похоже на очень опасную контру Лаутару, и вот здесь нужно просто перекинуть аккуратно, сука! Первый тайм получается каким-то очень скучным, и при этом всем мы играем на равных. Главное здесь вот так вот не ошибаться, как я вот люблю. Но в этот раз вроде пронесло. Один удар на двоих, ну это прям действительно очень плохо. Даже Хакими прибежал в атаку, и это походу... Сука! Гол с навеса? Серьезно, блядь? Ой. Мы целый тайм катали какую-то вату, все было так скучно, играли просто как настоящие киберы низом, и по итогу я пропускаю с ебаного навеса. Бля, ну это вообще неприятно. Еще раз что ли бежит навешивать, хотя нет, здесь это пошел пас низом и... Вратарь, ты что за хуйню исполнил? Дебил что ли, блядь? Там же было видно, что он выходил на этот мяч для того, чтобы его забрать. Но при этом всем он тупо до него не дотянулся. Охуенная игра, блядь, спасибо Канами. Похуй, навешиваем! Сука, вратарь справляется с этим ударом, а вот этот удар получился какой-то говно, блядь.
Нужен один шикарный навес. Сейчас мы закомбэчим. За, блять, мудак. Ебать, что вратарь творит. Идите нахуй, если это не гандикап, то что тогда? Ура, проебали. Ну ладно, у нас будет сейчас еще ответный матч, и там мы покажем, что мы на самом деле можем выиграть даже такого сильного соперника. Сейчас будет заруба века. Мы приехали в эти гости для того, чтобы забить хотя бы один гол. Блять, что за хуйня? Канами, идите нахуй с такой охуительной игрой. Вы чё, блять? Пиздец. А я ебу, блять. Да ёбаный рот, чё за хуйня-то залетает? Чё за пиздец? Ну я в ахуе, я ничего не могу сделать. Я пропускаю хуйню и сам забить хуйню не могу. Так, хорош, отскок наш. И здесь Месси, сука! Хотя бы с отскока, пускай так. Всего лишь 3-1, камбэк еще возможен. Особенно если мы будем точно так же играть в атаке. Но не так же, как мы играли до этого в обороне. Дембеле здесь в одиночестве, ждем подмогу. Так, давай кто-нибудь откройся в штрафной, Сон! Сука! Вот если бы это мой соперник бил, то по-любому хуйня бы это залетела. Все понятно, центральный защитник улетел, здесь перехват не произошел. И Дрогба, походу, делает счет 4-1. Ну пиздец! Еще 12 минут игры, давай отсюда, Усман! Да ебаный рот, ну это же, блять, ну это просто какое-то невезение. Вот этот вот мой левый защитник, бомжара редкостная, но по игре он в принципе хороший, делает он голевую передачу на Мусиала. Все, камбэк рядом, осталось буквально забить всего лишь каких-то 2 ебаных мяча. Да сука, отдай ты нам этот мяч, да что ж ты такой, а охуеть, он за Дрогба управляет так, как будто бы это какой-то Ромарио. Это просто какой-то другой уровень. Этот чувак сегодня, вот прямо сейчас после этой катки, должен пойти сходить в казино и поставить все, что у него есть. Потому что сегодня он какой-то чертовский удачник. А мне наоборот, сегодня как-то надо подальше держаться от всяких азартных игр. Потому что столько говнятины, которые я вот пропустил за эти 2 матча, я не пропускал вообще ни разу. В общем, всем спасибо большое за внимание. Всех обнимаю. Мы по-любому с вами услышимся.